Всем привет! Пришел очередной мелкий пакетик с AliExpress. USB кабель пришел. Добирался около месяца. Так он запаянном пакетике. Вот такой у него разъем, здесь USB, а здесь микро, мини, вернее мини USB. Такой он угловой. Длина его 0,5 метра. Продавца разные размеры есть. Мне нужен был 0,5 метра. Для чего? Вот есть такая камера для съемок у меня, Panasonic. Аккумулятор иногда быстро садится. Вот он мне, в принципе, не нужен. Здесь у него есть вот такой разъем. И как раз под мой кабель. Вот так я включаю. Беру любой повербанк. Запускаю повербанк. И запускаю камеру. Все очень удобно. И могу совершать съемки независимо от напряжения. Какой будет повербанк у меня, хоть на 20 тысяч, хоть на 30 тысяч миллиампер. Снимаю, и все. И аккумулятор мне такой уже практически не нужен. Все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы и пока-пока.